Громкий скандал может перерасти очередной рейд активистов организации StopHam. Эти молодые люди борются с нарушителями правил дорожного движения. Вот на этот раз, как утверждают StopHam-овцы, на шоссе энтузиастов на них наехала супруга префекта района Марина. Женщина на джипе с пропуском правительства Москвы. Префектура объезжала пробку по тротуару. Активисты остановили ее машину, попросили вернуться на дорогу, но автомобилистка проигнорировала их просьбу и, более того, продолжила движение с людьми на капоте. После этого она попыталась скрыться с места происшествия, однако подоспела полиция. А потом и защитник нарушительницы. По словам активистов, это был человек, очень похожий на префекта Марина, Александра Смарякова. Мужчина довольно резко себя вел и с пострадавшими молодыми людьми, с сотрудниками полиции. Впрочем, на водителя джипа все-таки был составлен административный протокол, и женщине грозит теперь штраф. А в префектуре Марина ситуацию не комментирует.